тоже справляется после вот этой фланговой подачи и удара. Вот здесь ему было действительно тяжело, в отличие от многих других эпизодов. Но почему же полевые футболисты оставляют Миранду? Смотри, как здорово от граната сыграл. Он уходит. Смотри, как здорово сыграл здесь на втором этаже Тьяго Силва. И снова наши проигрывают верховое единоборство. Причем встречаются в этом верховом единоборстве два центральных защиты. Игорь Акинфеев, учитывая то, что не лучшим образом Паулиньо его обработал. Ну, и, наверное, не вынужден был этот фол со стороны Головина. Итак, пенальти бьет Филиппе Каутиньо, насколько я понимаю. Да. Акинфеев или Каутиньо. Итак, внимание, Игорь! Нет. Филиппе. Все-таки Филиппе. 2-0 на 62-й минуте. И он получил. Что еще важнее, это подтверждает, будет ли Виллиан бить. Сразу нет, а дальше от одного ушел, от второго ушел. Мимо третьего мяч пробросил, но это просто красота. Да, очень жаль, что сборная России пропускает. Но то, что сделал Виллиан, вот это как раз наглядное подтверждение того, что даже если у бразильцев нет Неймара, у них есть вот эти люди. Виллиан и Филиппе Каутиньо.